Обычный электромонтер «Самара Горсвета» Виктор Явкин и его коллеги работают с проводами, подключают уличное освещение, ремонтируют поврежденные линии. Но в месячник по благоустройству у монтеров добавляется еще одна обязанность – очищать опоры освещения от незаконно наклеенной рекламы. За день бригада проходит несколько улиц. Как рассказывает Виктор, работа не очень сложная, но занимает много времени. За месяц надо очистить 11 тысяч столбов на улицах и во дворах Самары. Есть скребки специальные, они острые, соскабливаются. Сейчас пока еще на улице влажно, они сами, в принципе, легко отклеиваются. Вот. А когда засохшее уже объявление, да, смачиваем иногда водой. Особенно металлические опоры к ним плотно приклеиваются. Чтобы избегать этого в будущем, на опоры освещения за время месячника после очистки наносят специальную антивандальную краску. Она усложняет жизнь недобросовестным расклейщикам объявлений и рекламы. Это покраска, нанесение антивандальной краски на опоры. То есть после обработки опоры этой краской антивандальной объявление уже не так держится, оно отваливается само со временем или плохо приклеивается. Кроме того, в месячник по благоустройству специалисты «Самара Горсвета» подкрашивают кронштейны со светильниками, выравнивают, ремонтируют и меняют покосившиеся столбы там, где это необходимо. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.